Здравствуйте, мои дорогие! Вы уже все, конечно, знаете, что я фанат помидор. Итак, август. Появились очень-очень вкусные помидоры. У меня есть помидоры и есть одна луковица. По сути, это все, что нам нужно для того, чтобы приготовить, ну, просто фантастически вкусный салат «Сеньор Помидор». У меня есть вот такая терочка. Если у вас такой нет, то придется поработать ножом. Чем тоньше вы нарежете лук, тем вкуснее будет ваш салат. После этого мне остается переложить его прямо в миску, в которой мы будем делать наш салат. Потрясающий, он практически прозрачный. Хотите, нарежьте кольцами, как я, хотите полукольцами. Это, в общем-то, не важно. Главное, чтобы лук был нарезан тонко. Остается нам его посолить, поперчить. Можете добавить специи, которые вы хотите, но для первого раза я вам очень и очень рекомендую вот использовать только соль и перец и заправить оливковым маслом. Хорошо перемешать. Оставим все в таком виде минут на 15-20. Осталось всего ничего. Порезать наши помидорки такими же полукольцами или кольцами, как мы нарезали лук. Чем тоньше у вас это получится, тем вкуснее будет ваш салат. Осталось хорошо перемешать. Луково-помидорный салат готов. Кусочек ароматного черного хлеба. Лук, помидорка. Это райское наслаждение. Просто фантастика. Готовьте. Готовьте с удовольствием. Кормите родных, близких. И пусть у вас будет все хорошо. Всем пока!